В Каменске-Уральском полиция разыскивает мотоциклиста, совершившего одно, а по другим данным, несколько столкновений с автомобилями и скрывшегося с места происшествия. Это видео, снятое в поселке Мартюш на окраине третьего по величине города Свердловской области, появилось в соцсетях 7 мая. «Опель Астра» двигался по улице Гагарина в направлении Красногорского района Каменска-Уральского, проехал перекресток с улицей Школьной, и в этот момент в его задний бампер врезался мотоциклист. Удержаться на ногах и на колесах мотоциклисту удалось благодаря тому, что конструкция байка зацепилась за бампер. Но виновник аварии повел себя неординарно. Уперевшись ногой в задний фонарь «Опеля», мотоциклист оттолкнулся, оторвал свой байк автомобиля, упал, но быстро поднялся и, под удивленный взгляд водительницы «Астры», поспешил скрыться. Однако недалеко. Уже через несколько метров мотоциклист вновь упал. Теперь уже без посторонних участников. Крепко приложился лицом об асфальт, но вновь оседлал свой байк. Очевидцы признали в нем Honda Hornet. И вновь удрал. Я снимаю, позвоните в полицию. В действиях мотоциклиста просматривается несколько правонарушений. Езда без шлема и экипировки, несоблюдение дистанции, опасное маневрирование, сокрытие с места ДТП. Ну и, видимо, причина всех этих фортелей – то ли отсутствие навыков вождения, а соответственно и прав, то ли алкогольное опьянение. Но последнее, по прошествии нескольких дней, доказать будет проблематично.